Герои нашего сюжета – Иван, который родился в 2011 году, Алена – 2008 года рождения, Сергей – 2014 и Назар – 2015 года рождения. Они очень открытые, общительные и забавные дети. Алена – очень милая, дружелюбная и веселая девочка. Она очень самокритична. В интервью сказала, что у нее характер не очень. Но очевидно, что она просто слишком требовательна к себе. Девочка любит рисовать и вышивать. Она вышивка и рисование. Но на рисование не так часто, но на вышивку часто. Но мы там вышиваем на ткани, то просто учимся поначалу, а потом уже всякие вышивки, рисунки. Ее любимые школьные предметы? Математика, немножко физкультура, у Климова зарубежка и у Крылит. А любимый мультик – Зверополис. Там про зайчика, про девочку. Она мечтала стать полицейской, но у нее не очень получилось. Иван также веселый и озорной ребенок. Он любит информатику и смотреть мультфильм про Аладдина. Это Джин. Джин с волшебной лампой. Ну, когда через там такой чудик появляется. С хвостом. Это Джин. Это Джин. А вот младшие Сережа и Назар еще только готовятся к школе. Сереже нравится учиться писать в тетради. А Назар любит смотреть мультфильм «Лунтик». С детьми весело пытались выяснить, кто же он такой. С четырьмя ухами. Четырехухи. Это собачка какая-то или кто? Нет. Ну, такой пушистый. Какой-то розовый такой пушистый. Да, розовый пушистый. То есть он не собачка и не заяц, да? Нет. Ну такой, как человек. Старшие дети уже понемногу знакомятся с компьютерами. Мы лично то на ноутбуках, то на компьютерах сидим, и мы проходим то крапочка.орг, то другой ривень, этот сходинка другой ривень. Там где слова, как правильно писать, ставить. Один раз мы, много раз уже даже проходили, когда была дистанционка, мы проходили на втором этаже, мы писали свои фамилии, имя и отчество, кто был. Все эти дети веселые, коммуникабельные и энергичные. Старшие Ваня и Алена мечтают жить дома. Алена рассказала нам, что такое семья и как она видит обязанности детей и родителей в ней. Дети должны слушаться родителей, делать то, что они говорят, если уроки там, или помочь, например. Мечта Сергея и Назара – стать богатырями и помогать другим людям. Мы очень надеемся, что все самые заветные мечты этих прекрасных детей вскоре осуществятся, и они обретут тепло и уют родного дома и семьи.